Друзья, спешу поделиться радостной новостью. Благодаря вам мы собрали сумму больше заявленной почти в два раза. У нас на счету больше 1 200 000 рублей. А это значит, что у нас появился шанс организовать не один фестивальный день, что было бы для нас большим компромиссом, а полноценный фестиваль. Мы продолжаем сбор средств и надеемся, что благодаря вашему участию мы сможем увеличить количество фестивальных дней как минимум до 4. Мы сможем привести несколько десятков фильмов, которые очень важны, чтобы быть показанными сегодня в Москве. Мы привезем интереснейших гостей из Америки, Европы, Азии, для того, чтобы они смогли встретиться с вами и поговорить на самые важные темы сегодня. Мы проведем образовательный кинокампус независимого производства «Партизан». И все это может случиться благодаря вашей поддержке. Давайте вместе совершим чудо и организуем международный кинофестиваль «Tomorrow» в конце ноября. Давайте делать завтрашний день вместе. До завтра!